И снова с Новым годом, друзья! А в эфире новогодняя программа «Аналитика-политика». Сегодня, 31 декабря, у нас идет большой политический вечер, такой новогодний, да, вот все основные аналитики нашего канала сегодня отвечают на ваши незаданные пока вопросы, но вы их еще зададите им в программе «Голос интернета». Но вопрос сегодня один: каковы итоги 2019 года, ну все-таки сегодня 31 декабря, и каковы прогнозы на 2020 год? Сегодня в этом часовом поясе у нас Алексей Кунгуров. Алексей, ну вот, собственно, и прошел этот тяжелый 2019 год. Ну, кто бы мог подумать. На твой взгляд, какие события 2019 года, ну, запомнились и что-то значат? Вот останутся как-то в хронологии. Ну, Россиюшка наконец-то достигла того стабильного состояния, когда в ней уже ничего не происходит. Ну да, Сибирь тонула, потом горела, потом опять тонула, потом снова горела. Самолеты падали, путинские вундервафли взрывались. Но все это обыденность, это фон. А на этом фоне не происходило ровным счетом ничего. Поэтому 2019 год ознаменовал собой окончательную и бесповоротную победу стабильности, с чем я всех и поздравляю. Что бы ни произошло, это уже никого не могло поколебать и покобелить. Понятно. То есть главное достижение 2019 года стабильно плохо. Но я напомню, 2019 год начался вот буквально 31 декабря 2018 года. Произошел взрыв в Магнитогорске, где целый подъезд как бы из-за взрыва газа улетел вместе со своими жителями. Год начался с трагедии. Ну, газ – это же сакральная теперь величина, это наше все. Газ – батюшка, нефть – матушка. Да, и закончилось это тем, что… Лучше об этом не вспоминать. Северный поток 2, он как раз вот тоже газ, и он тоже в декабре ёк. Да, все эти потоки уже давно ёк. Вот последние лет 5 как… Только о них и как о покойниках. Либо ничего, либо хорошо. Понятно, понятно. Но теперь давай дальше пойдем. Собственно, главное, на мой взгляд, событие политическое 2019 года – это так называемое московское дело. Протесты лета 2019 года, которые… в общем-то, выплеснулись на улицы Москвы и ряда других городов, и которые привели к целой цепочке судебных процессов. Вот то, что было, это московское дело. Как ты оцениваешь это прошедшее? Ну, я бы вот тут вот образное сравнение применил. Знаете, вот есть деревня Гадюкина, в которой завидным женихом считается вечный пьяный Вася-тракторист в обосранных штанах. Вот. А он там завидный жених просто потому, что других вообще нет. Все уже либо сбежали, либо на кладбище переехали. Вот точно так же и московские протесты, они протестами называются просто потому, что в Россиюшке не знают, что такое протесты. Посмотрите, что творилось в Париже, Бейруте, Гонконге, Багдаде, в Ла-Пасе, Сантьяго-де-Чили. Вот это протесты. Вот. А то, что в столице духовно-скрепии кто-то в кого-то кинул бумажный стаканчик и примерно по направлению карателей пустую пластиковую бутылку. Ну какие это вообще протесты? Да так, трусливое блуждание стада хомячков по улицам,
скандирующих «мы здесь власти» и «позор, позор». Это даже на выражение недовольства тянет очень-очень слабо. А протестом это не является, потому что нет главного признака, характеризующего протесты. У протестующих не было никаких требований вообще. Чего они ходили туда? Против чего протестовали? Неясно. Ага. За какое такое, за что хорошее, против какого плохого? Никто не сказал. Ну, что-то, видимо, в жизни вообще не хватало. Они требовали допуска к выборам в Московскую Гордуму, в Мосгордуму. То есть, когда один из лозунгов был «Допускай, допускай», когда сняли кандидатов части из фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ну, я бы этим идиотам сначала посоветовал добиться того, чтобы в этой стране были какие-то выборы. А вот как только у вас появятся выборы, вот тогда уже можно требовать допуска на них того, кого не допустили. Вот. А так получается, выборов нет, но стадо хочет, чтобы кого-то туда, в это вот в казино со шлюхами и блэкджеком пустили. Но ведь выборы состоялись, и было умное голосование, которое явилось ноу-хау таким вот московской политбомонда, которая позволила существенно изменить расклад в Мосгордуме в пользу левых, КПРФ прежде всего. Ну, на самом деле, я об этом уже говорил много раз, и не только я. Умное голосование на самом деле нигде ни на что не повлияло. Просто эффект протестного голосования Навальный поставил себе в заслугу. Но протестное голосование, оно на самом деле в России служит одной единственной цели – канализировать недовольство в нужное Кремлю русло. Хорошо выдрессированная коммунистическая оппозиция, раньше имела она 3 мандата в этой самой Думе столичной, теперь аж целых 8, великое, конечно, достижение. Но что там делают товарищи коммунисты? Не за социализм же борются. Нет, они дружно голосуют так, как велит хозяин. Ну, если это считать достижением протестного голосования, достижением умного голосования и деятельности могучей россиянской оппозиции, ну да, какая оппозиция, такие достижения. Так-то я поржал только, когда коммунисты, которых якобы Навальный пропихнул в эту самую Гордуму, попытались сорвать, ну и, по-моему, даже вполне так себе испортили ему праздник, отозвав заявку на проведение круглого стола, посвященного гонениям на навальнистов в этой самой Мосгордуме. Поэтому сидел там Навальный в очень тесной компании, и не было даже массы слушателей, внимающих его жалобам. Вот так они отплатили своему благодетелю. Ну, понятно. То есть, вот то, что было в Москве, это все фигня. Но сроки-то люди получили реальные, и система готовилась как к некому Майдану. Мы помним технику на улицах, мы помним вот этих космонавтов, которые гонялись за пацанами-малолетками, и девчонок малолетних тоже винтили. Вот эти кадры все видели. Вот почему система так среагировала на, казалось бы, ну, вот такое интеллигентное протестование. Да вы представляете, какая-то радость была для системы. Теперь можно потренироваться в условиях, приближенных к боевым, на всех этих хомячках. Вот сейчас никаких хождений по бульварам не наблюдается. Вот и росгвардейцам и прочим ментопидерам так скучно,
так скучно, что они вынуждены вот на школьниках тренироваться. Ага, 19 декабря в Москве возле приемной ФСБ им было так весело и совсем не скучно. И вот ни одного ведь стаканчика не бросили, а кипиша-то вон сколько. Вот эта ситуация, то есть вот у нас две ситуации. Летом московские протесты с бумажными стаканчиками и пластиковыми бутылками и урнами из-под мусора, для мусора, ну во всех смыслах. И, соответственно, стрельба 19 декабря возле приемной ФСБ. Как говорится, два события, а какая разница? Ну так наши менты и прочие псы режима, они же не по этой части. Это вот в представлении обывателя, насмотревшегося сериалов по НТВ, ФСБшники представляются им какими-то там Джеймсами Бондами в духовно-скрепном антураже. Вот. Ну на самом деле все эти учреждения с грозными названиями заточены под одно – охрану трона, вот, и гонение на инакомыслящих. Вот с этой задачей они справляются прекрасно. Вот. Ну а когда какой-то псих решил немножко пострелять в центре Москвы, тут они, конечно, жиденько обделались. Вот. Ну еще и сами друг друга немножечко постреляли. Все очень даже логично. Ну то есть там имело место неразбериха, непрофессионализм, так на твой взгляд? Вот этот товарищ, это псих или же это вот какой-то идейный борец? Ведь у него там нашли какую-то политическую атрибутику. Сомневаюсь я, что он был какой-то политически активный товарищ. Если бы его поступок был политически мотивирован, ну, в таких случаях по законам жанра надо было оставить какой-то пресмертный манифест ему. Вот, роличек запилить где-нибудь в ВКонтактике, что вот так и так, мол, считайте меня путинистом, нодовцем, борцом с рептилоидами и так далее. Ну, то есть он шел защищать Путина. Вот не знаю, кого он шел защищать. Мне вот кажется, что он просто решил совершить самоубийство таким экзотическим образом. Вот кто его знает? Может, он сильно верующий был, а верующим как бы нельзя самоубиваться. А тут, с одной стороны, он самоубился, а с другой стороны, не сам. Ну, понятно. Но возникает сразу же другой вопрос у тех, кто наблюдал эту ситуацию. Если один ботаник с сайгой наделал столько шухера, а что бы произошло, если бы было отделение, взвод, рота, батальон, а спецуры? Вот тогда что было бы в Москве, на твой взгляд? Так откуда бы этот батальон-то взялся? Самое, конечно, страшное – это не батальон бородатых злодеев. Самое страшное для нынешнего режима было бы повторение ситуации 80-х, 90-х и нулевых годов столетней давности, когда троллили самодержавие всякого рода народовольцы, эсеры-бомбисты и прочие решительно настроенные товарищи. Да, а кстати, вот что-то как-то бомбистов, которые взрывают Бентли, там, Лексусы, Майбахи, вот что-то не видно. В основном все как-то граждан норовят взорвать, а вот тех, кто с мигалками ездят, даже и не пытаются. Вот странное дело. Какие-то странные бомбисты. Ну так я же говорю, стабильность победила. Вообще вот и любопытно так со стороны посмотреть, чем меньше в стране терактов, тем более активная борьба с терроризмом ведется. В начале нулевых количество терактов исчислялось сотнями в год. Ну в основном, конечно, на Кавказе, вот, но тем не менее. И что-то как-то интернет никого не пугал, и
Вроде даже за лайки и репосты никого не сажали. Ну а давайте посмотрим. Вот в прошлом году в стране произошел всего лишь один теракт. Анархист Жлобицкий взорвал себя в приемной Архангельской ФСБ. Вот. Он же стал единственной жертвой терроризма. А в 2019 году ни одного теракта не произошло. Даже дело московского... Но их просто предотвратили. ФСБ сработало, их предотвратили. Но вот психоодиночку они не могли ожидать. Ну, психоодиночка, он же не террорист. Терроризм, террористический акт – это деяние, направленное на то, чтобы повлиять на органы власти и общественное мнение. Запугать их и принудить к каким-то решениям. Вот. Уголовный кодекс так определяет понятие терроризма. Кого и к чему принуждал лубянский стрелок, что-то не совсем понятно. Не было у него таких намерений, поэтому совершенно верно, это преступление трактуется не как теракт, а как посягательство на жизнь сотрудников всяких охранительных шарашек. Так что нету никакого терроризма. Откуда у нас возьмутся бомбисты и прочие товарищи-революционеры? Всех все, в общем-то, устраивает. Если кто-то чем-то недоволен, он едет в Вильнюс, Лондон, Париж и прочие места. И оттуда в ютубчике борется с режимом. Ну а да, так безопасненько, комфортненько и злобненько. Ну, это вот каждый выбирает свою, как говорится, свой вариант. Полегче, пожестче, ну, каждому ну, вот свое. На самом деле, ну вот настолько нет борцов с режимом, что этот самый режим вынужден сажать людей случайно стоявших возле метро или кинувших бумажный стаканчик. Вот. Ну, нужны враги режиму, а они вот не оправдывают ожиданий. Что поделать? Алексей, кстати, вижу на тебе вышиванку белорусскую с белорусским узором. И вот Белоруссия была, собственно, темой декабря, когда все говорили, что будет аншлюз Белоруссии. То есть, Россия поглотит Беларусь, и батька станет там кем-то при Путине. Но это не срослось. Во-первых, батька не готов к этому. Во-вторых, сами белорусы не готовы к такому повороту событий. Ну, если только Россия войдет в состав Белоруссии, и столица будет в Минске. Может, тогда они их удастся уговорить. Но никак иначе. Вот на твой взгляд, а вот эта вся история с Белоруссией, это попытка вот продлить поствыборные пребывания у власти Путина, или же это такой вот интеграционный тренд? Соберем осколки СССР вместе. Ну, что касается белорусского аншлюса, об этом разговоры начались активно еще в прошлом году. Я тогда всем говорил, никакого аншлюса не будет в принципе ни силового, ни тем более мирного. И сейчас могу повторить то же самое. Мнение самих белорусов здесь абсолютно никакой роли не играет. Белоруссия вполне себе такая кошерная диктатура, где подданные дружно скажут «я воль» своему батьке. Скажет он, надо присоединиться к Казахстану, ну, создадут единое государство с Казахстаном. Скажет батька, мы идем в Европу, белорусцы и Европа. Тоже скажут, конечно, вам жираф большой, ему видней. Вот. Но мнение белорусской элиты по поводу объединения игнорировать даже Кремль никак не может. А эта самая элита категорически против. Не потому, что они враги интеграции или у них какие-то там вот свои философские взгляды, не совпадающие с мнением
их кремлевских коллег. Нет, все предельно просто. Лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе. Сейчас белорусские хозяева жизни, они первые люди. А кем они станут в России матушке? Да никем. Их тут же отовсюду отодвинут, собственность отожмут. Потому что ну, в Белоруссии же еще много чего не приватизированного, много чего не переделенного. Там. Есть чем поживиться. Вот. Поэтому они не хотят становиться никем. И категорически будут выступать против любого поглощения. Вот. Ну а те протесты, которые наблюдаются в Минске сейчас, ну, это понятно, что очень опереточные постановочки. В Минске жестко разгоняют, так же, как и в Москве, любые сборища больше 3 человек в одном месте. А в данном случае никто никого не только не разгонял, но даже охранял. Ну, просто потому, что батьке выгодно сейчас, вот именно в этом направлении, чтобы общественность побузила, чтобы он мог развести руками в Сочи и сказать, ну, Вова, видишь, вот не хочет народ-то наш в объятия в твои, давайте как-нибудь это, денег лучше дайте. Чтоб ну да, денег дали китайцы, тем не менее, и их батька вернул Москве и сказал, ну, теперь все. И сейчас стал вопрос о цене за нефть и транзите нефти. Все, как говорится, где-то это мы уже видели и слышали, только по газу. Ну, Белоруссия все-таки сильно отличается от Украины. То есть там нефтяной войны, аналогичной газовой, не будет, естественно. Ну а то, что Лукашенко берет деньги у тех, у других и третьих, это совершенно правильно. Если ты должен кому-то одному, ты попадаешь в зависимость к этому должнику. А он, если что, тебя может и придушить. Вот. А когда ты должен Китаю, Европе и США, то они-то ведь не дадут с тобой сделать что-нибудь плохое. Как же, ты же им еще должен. Вот. Поэтому это не экономическая необходимость, это средство политической самообороны. Хорошо, политическая самооборона. А что тогда вот такие события 2019 года, как ЧВК в Африке, ЧВК в Сирии, делали в интересах России? Вот меня мучает такой вопрос, наверное, многих наших зрителей. Мы все помним, что упал самолет и якобы погиб Пригожин, как раз который и является распорядителем ЧВК «Вагнер», который воюет в Африке. И не только в Африке, еще и в Сирии они отметились неоднократно. Вот, вот этот вот пласт проблем 2019 года, нас там нет. Ни там, ни там. Но осадочек остался. Ну, вы говорите об интересах России в Африке, а какие это интересы? Я вот их в упор не вижу. Есть интересы у капитала, вот, а капитал границ не признает. Да, где-то что-то там, возможно, в Африке можно отжать, отмыть, переделить. Ну, так себе региончик, ну... Не в Европе же российскому капиталу экспансию совершать, не в США и даже не в Китае. Никуда его не пустят. Вот остался последний кусок суши, еще более дикой, чем Россиюшка. Ну вот там, да, что-то можно подсуетиться. Вот. Но опять же, конкурировать с Китаем в Африке российский капитал все равно не в состоянии. Ну да, единственная вот ниша – это продавать услуги быков. Самый-самый такой примитив. Ну да, не китайские же ЧВК будут грязной работой заниматься в этих африканиях. Место России в этом мире
прекрасно этот пример демонстрирует. Политики тут я тоже не вижу никакой. Потому что, ну, сменит один диктатор другого в Африке, ничего, собственно, не изменится от этого. Лучше, выгоднее всегда дружить с действующим, чем тратиться на посадку на трон нового, чтобы он еще потом тебя... Ну, с Башаром Асадом дружба продолжается, и мероприятия проводятся, подчеркивающие дружеские отношения России и Сирии, по крайней мере, вот официального Дамаска. И, наверное, поэтому объясняется то, что войска формально вывели, но нас там нет. Так и не было никогда. Как вообще можно подозревать-то такое вот? Так что там только борьба за мир ведется исключительно мирными средствами. Ну вот, правда, видео, которое там показывало зверство неких русскоговорящих в Сирии, которых опознали потом как участников ЧВК Вагнера, а я напомню, наемничество – уголовно наказуемая статья. Так вот, эти зверства очень многих заставили задуматься. А чем там занимаются эти ЧВК? Да, вспоминается такая поговорка: «Добро когда-нибудь окончательно победит зло, поставит на колени и зверски убьет». Так что это борьба добра со злом. Так происходит в понятиях русского мира. Понятно. Ну, то есть сказать, что мы принесли русский мир в Сирию, лучше бы, конечно, такого мира мы туда не приносили, как-нибудь по-другому, наверное. Но это мы говорили о тех событиях, которые уже произошли и которые, ну, обговорили, обсосали со всех сторон очень многие аналитики. Но давай теперь затронем другую сторону. Прогнозы на 2020 год. Ну, год ожидается очень таким неоднозначным. Вот даже Валерий Соловей в одной из программ, в которой и ты участвовал, он сейчас говорит, что 2020 год, собственно, год, когда что-то такое эдакое произойдет. Есть для этого утверждение, предпосылки, или же все-таки это вероятностный такой сценарий? Да я вот, насколько помню, он и про 2012 год говорил, что что-то обязательно произойдет, мир уже никогда не будет таким, как прежде. Народ прозрел, народ вышел на болотную, народ больше никогда не позволит и прочее бла-бла-бла. Но он примерно каждый год предвещает, вот, и когда-нибудь, возможно, он попадет в десятку. Потому что в какой-нибудь год обязательно что-нибудь эдакое случится. Вот. Но он и наконец 19-го то же самое предвещал. Вот. Я вот никаких предпосылок для большого шарабаха, наконец-то обретшей окончательную стабильность Россиюшки, не вижу. Вот. Но что будет происходить, это легко предсказать, конечно. Значит, весной будет тепло, стает снег, затопит обязательно в разных местах. Значит, потом будет гореть тайга, будут падать самолеты, будут рушиться мосты. Все это происходит всегда и будет происходить еще очень долго. Вот это единственный прогноз, который всегда сбывается. Население будет, естественно, беднеть, но это ему только в радость, ведь они же во имя великой цели беднеют. Друзья Путина будут богатеть, Америка будет грозить им пальчиком и говорить «ай-яй-яй». Друзья Путина будут сидеть на попе ровно и смотреть на Америку, как у них там с выборами, Трамп наш или Трамп не наш. Злобная Украина окружит Россию и будет нас провоцировать, да? Кто окружит?
Украина, Россия, ну, судя по тому времени, которое уделяется в наших СМИ официальных Украине, это такая огромная страна, которая Россию окружила и так вторжение готовит. Ну, по-моему, с Украиной уже все хорошо. А, теперь Зеленский наш, да? В декабре Украина наконец-то капитулировала. Вот, и будет выплачивать контрибуции сейчас в виде повышенных тарифов на прокачку газа. Еще возьмет 3 миллиарда в суде. По судебному решению 3 миллиарда долларов, который должен будет выплатить «Газпром» Украине, «Нафтогазу». Ну, я ж говорю, «Газпром» капитулировал наконец-то, вот, и все, зашибись теперь. Ну, то есть, 20-й год на газовом фронте не принесет какого-то такого тотального изменения, что вот запустили Северный поток, великая швейцарская морская держава нам достроила, и мы начали гнать газ в обход этих злобных украинцев. Ну вот, на твой взгляд, Зеленский, как президент, он более удобен Путину? И Трампу вот в 2020 году будет очень важное такое событие для Кремля на самом деле. Это выборы президента США, как это ни парадоксально. Потому что если придет демократ, то у Кремля будут некие сложности, скажем так. Да сомневаюсь я, что у них прибавятся сложности. До этого там тоже сидел демократ Обама в овальном кабинете. Че, была мир, дружба, шоколадка. Но тогда не было Крым наш, тогда не было Донбасса, тогда не было русского мира. То есть демократы лояльно относились к Путину до тех пор, пока не приключился вот эксцесс с Украиной. И после этого отношения резко изменились. И вот сейчас, скажем так, тот же Байден, те же другие кандидаты, они настроены очень решительно в отношении Кремля. Отношения резко изменятся только в одном случае. Когда начнут отжимать там миллиарды у друзей Путина. Пока что никто из них не пострадал вообще никак. Вот, поэтому все это игра... Ну, это именно потому, что Трамп наш, да? Вот Трамп наш, и поэтому проблем-то как бы особых и нету. Но если будет другой президент, то проблемы возникнут у друзей Путина и, соответственно, у самого Путина. И это ноябрь 2020 года. Я напоминаю, что выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Но в ноябре же состоятся еще целый ряд выборов в России. Не в ноябре, в сентябре. То есть вот этот единый день голосования. И вот встает вопрос. Единая Россия. Вот этот вот конгломерат, которого все стыдятся, но тем не менее первые лица правительства говорят, что это движущая сила, можно сказать, светоч в нашем темном царстве. Вот на твой взгляд, политические расклады 2020 года, Единая Россия усилит свои позиции или же Единая Россия сократит свою электоральную поддержку? Ну, я сначала про Трампа нашего все-таки скажу. Вот туземцы сидят в своих хижинах и думают, что где-то там, в Вашингтоне, сидят белые боги. И только то и делают, что думают об их Бантустане. Кто-то думает, что надо бы его совсем стереть с лица земли. Кто-то думает, что вот нет, все-таки надо с ними дружить. Вот это вот такое заблуждение. Белым людям настолько плевать на дикарей, что они даже вспоминают о них очень-очень-очень-очень-очень редко.
Вот столько вроде в стране знающих английский язык. Ну, бегло вы просмотрите новостную ленту американских информагентств или телевизионные новости. Вообще, сколько раз там просто упоминается хоть как-то Россия, там неважно даже в каком контексте, в положительном, отрицательном, нейтральном. Да там даже 1% всего, значит, контента не будет посвящено этой великой духовно-скрепной сверхдержаве. Это вот у нас в новостной повестке примерно 80% всего контента касается Украины, Европы и США. Ну и 20% еще о погоде. Просто внутри-то страны же ничего не происходит. Ну да, ничего не тонет, не затапливает, не взрывается, не горит. Ну просто вот... Поэтому вот я бы вот не стал преувеличивать фактор американских выборов. Американские выборы касаются прежде всего самих американцев. И то постольку-поскольку, потому что Соединенные Штаты — это все-таки федеральное государство, то есть там на уровне штатов гораздо более значимые политические события всегда, нежели какие-то там общенациональные избирательные кампании. Ну, России тем более это вообще никак не коснется. Вот. А что касается «Единой России», я не то чтобы прогноз, я вот констатировал очевидное еще в прошлом году, когда на фоне пенсионной реформы у ядросов немножечко проценты просели. Вот. Я еще тогда сказал, что это все чисто технические колебания. Все очень незыблемо и непоколебимо. «Единая Россия» будет олицетворять собой власть. Власти она, конечно, никакой не имеет, это так, фантик. Вот. Но олицетворять собой власть она будет до самого конца путинизма. Сколько процентов наберет эта могучая шарашка, зависит не от электоральных симпатий и антипатий. Вот. Это зависит от того, какие планы будут администрации президента для регионов поставлены. Вот сколько поставят им в план, столько и наберут. Ну, плюс-минус 5%. Ну, то есть, получается, выборы совершенно бессмысленная игра в наперстки. Ну, выборы — это выборы между кем и кем. Выборы между ядросами, выдвинутыми партией, ядросами-самовыдвиженцами и ядросами, заявляющими себе, что они оппозиционеры и пламенные коммунисты. Но есть же еще другие парламентские партии. Ну, другие? Какие это другие? Это все филиалы одной единой правящей партии, которая называется Путин, которая называется администрация президента. Как угодно ее назовите. Есть правая фракция, есть левая, есть националистическая, социал-демократическая. Ну, на любой вкус, пожалуйста. Но партия одна. И голосуют все эти народом избранные товарищи, оппозиционеры, так, как надо Кремлю. А если Кремлю не надо, чтобы они голосовали как надо, вот, например, в деле с присоединением Крыма, там же все, кроме одного или двух там человек, и дружненько лапки подняли. А там, где не надо изображать единение партии с народом, ну там им говорят, да голосуйте как хотите, можете даже повозмущаться. То есть реально влияние, весь этот спектакль с Госдурой, он ни на что не оказывает. Власти-то ведь при диктатуре у парламента нет вообще никакой. Поэтому, собственно, и выборы вообще никакого значения не имеют. Ну, давайте вспомним вот времена Ельцина. Тогда «Единой России» не было, а партия власти, «Наш дом России», или «Наш дом Газпром», как ее называли, имела ну, ничтожное количество мандатов. По единому округу она там что-то процентов 5 взяла, ну, всего сколько там, процентов 15 было у нее мандатов. А крупнейшей фракцией в Госдуме была коммунистическая. И что? На что это оказывало влияние? Ни на что не влияло совершенно.
Коммунисты только сучили ножками и кричали, что ай-яй-яй, приватизация — это плохо. Но даже они почему-то не решились не то что принять, а даже внести какой-либо законопроект о правильной приватизации. Вот. Просто им в Кремле сказали, не лезьте в этот вопрос. Приватизация, она совершалась не по закону, а по указам президента. Вот вся роль парламента в жизни этого рейха духовно скрепного. Так что выборы пройдут в Госдуму, даже если они пройдут досрочно. Это, во-первых, будут не выборы, во-вторых, это будут выборы не в парламент, а в какой-то там аналог Верховного Совета СССР, где депутаты дружно хлопали речи генерального секретаря и уходили на банкет. Все. Алексей, ну вот в завершении нашего вот этого часа я хотел бы задать вот такой вопрос. Известно, что с 1 января вступает целый пакет новых налогов. Это налоги на самозанятых, это налоги на товары, покупаемые в интернет-магазинах. Сейчас снижается лимит с 1 января до 200 евро, было 500 евро. И, соответственно, ну, у людей находят новые способы отъема денег, сравнительно честных. Ну, принимают закон, по которому ты денег должен. Вот на твой взгляд, ужесточение фискальной вот этой всей политики, изъятие, как говорится, последних грошей унищающего населения – даже те, вот, кто что-то там в гараже какую-то гайку крутит или там стульчики делает, из того будут копеечку собирать. Не знаю, много ли соберут, но, по крайней мере, нервы испортят капитально. Вот на твой взгляд, вот эти все шаги, новый налоговый пакет с 1 января, это усилит экономику страны или же как обычно? Да, конечно, как обычно. Сколько было разговоров про курортный сбор, что вот сейчас Крым расцветет просто ай-яй-яй как, Алтай станет мировой туристической меккой. Ну, Северный Кавказ он уже как бы стал, да? Вот примерно так же и Алтай, и Краснодарский край, и просто у нас все будет зашибись. Ну, прошло сколько? 4 года? Да все уже забыли про этот курортный сбор, потому что на самом деле администрировать этот налог будет стоить больших денег, чем теоретически могут быть собраны. То же самое. Но появляется возможность из бюджета взять денег на содержание аппарата, на госзакупки дорогих автомобилей и прочих ништяков. Так это в любом случае можно сделать, даже не заморачиваясь какими-то там новыми законами. По самозанятым тоже. Ну, возможно, были какие-то дурачки, которые пришли в налоговую и сами сдались. Сказали, мы хотим помочь копейкой рейху. Вот у Путина что-то как-то лимузин бледно выглядит. Надо бы ему с другой сделать, с алмазной инкрустацией. Вот, возможно, с них что-то и возьмут. Но если человек сам не приходит в налоговую и не говорит, я самозанятый, возьмите с меня денег. Ну, как его можно вычислить, в принципе? И что с него взять? Вот пошел репетитор отроку, покомпостировал мозги по математике, получил 1000 рублей, зашел в Пятерочку, отоварился. Вот, пришел домой, там его ждут товарищи в форме. Что они у него отберут? Макарошки? С чаем, что ли? Но об этом мы еще поговорим в новом наступившем году. Я думаю, тема для многих тоже актуальная. Спасибо, Алексей. Мы продолжаем наш новогодний вечер. И, собственно, после небольшого паузы будет очередное поздравление для очередного часового пояса. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно, обязательно распространяйте ссылки, чтобы как можно больше людей увидело альтернативную точку зрения. Ну, не всем же в телевизор-то смотреть, а есть и другие варианты, и мы
этот вариант представляем. Ну и помогайте каналу. Нам, как вы, наверное, догадываетесь, ни Кремль, ни Госдеп, ни олигархи, никто не помогает. Мы действуем исключительно за счет поддержки наших зрителей. Донаты очень приветствуются. А сейчас небольшая музыкальная пауза. Жители сказочной страны. Вы вступаете, можно даже сказать, вляпываетесь в новый 2020 год. Год плешивой крысы по духовно-скрепному календарю. Вам есть чем гордиться. 20 лет вы, не покладая рук, с тупым энтузиазмом, переходящим в упоротость, строили завтрашний день. Во многом себе отказывая, жили ради будущего, веруя, что оно когда-нибудь наступит. И оно наступило. Вы победили. Вы победили все. Свои сомнения, здравый смысл, всех внешних и внутренних врагов, которые пытались сбить вас с единственно верного курса. И теперь вы с чувством глубокого удовлетворения наслаждаетесь тем, во имя чего претерпевали. Стабильностью на родном пепелище, омытым паводковыми водами и благоухающим ароматами полигона мусорного. Об этом еще классик с воодушевлением писал: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Победа стабильности означает, что с вами уже не может произойти ничего плохого. Даже если бездуховный доллар подорожает до 500 рублей, ваши искандеры только посмеются. Зачем вам доллары, если у вас последний рубль отжали коллекторы? Пусть тупые французы бунтуют против пенсионной реформы. Ваш лозунг – жить быстро, умереть молодым. У Греты Тунберг истерика из-за глобального потепления? Да что она знает о потеплении? Давайте накатим по пол-литра на рыло. И на душе так потеплеет, что окна испарены, покроются. Нам есть за что выпить, а если что, всегда можем повторить. С Новым годом, старым гадом! И пусть ваш старый гад в новом году будет не только еще более старым, но и более сказочным. Он был рожден, чтобы сделать былью сказку, в которой вы все теперь перманентно пребываете. Аминь!